В Узункольском районе торжественно открыли районный дом культуры. Строительство объекта велось в селе Ершовка Узункольского района. Открытие ДК организаторы приурочили к предстоящему празднику – Дню Республики Казахстан. Накануне ДК распахнул свои двери для местных жителей. Они смогли насладиться не только новым досуговым центром, но и праздничным концертом. Открытие Дома культуры в селе Ершовка Узункольского района – событие долгожданное. Здесь проживает порядка 1000 сельчан. Но своего Дома культуры здесь никогда не было. Чтобы организовать концерт или мероприятие, жителям приходилось выезжать в районы и областной центры. Большая радость не только для жителей села Ершовки, но и всего района. Еще один культурный центр открылся в нашем районе, в селе Ершовка. Это большое событие культурной жизни не только села, но и района. Теперь есть свободное время жителям прийти сюда, отдохнуть. Здесь будут теперь проводиться различные мероприятия культурного направления, концерты, собрания. Вот. Естественно, теперь есть сюда привести и не только работников районного дома культуры, артистов, но и с области. Здесь есть свои, значит, самодеятельные художественные коллективы, где им есть возможность показывать свои таланты. Актовый зал на 120 посадочных мест и порядка 20 кабинетов можно увидеть в новом Доме культуры. Его площадь составляет порядка 600 квадратных метров. В ближайшее время здесь откроются кружки художественной самодеятельности, сельская библиотека, фитнес-центр и даже парикмахерская. В некоторых кабинетах будет возможность организовать даже мини-мастерские. В честь празднования Дня Республики в нашем округе происходит такое грандиозное событие, чему мы очень рады – открытие Дома культуры, открытие которого мы безмерно ждали. Все население, все жители нашего села и в округе, в частности, все очень рады, потому что в нашем селе будут культурно развиваться не только молодое поколение, но и взрослое. В нашем ДК планируется открытие сельской библиотеки, открытие кружков, как детские, так и взрослые, открытие тренажерных залов, фитнес. Строительство ДК было начато 2 года назад за счет средств местного бюджета. Свою лепту в строительство здания внес и руководитель местного ТОО. Уважаемые земляки, уважаемые приглашенные, я поздравляю вас с Днем Республики Казахстан. Хочу вам пожелать, прежде всего, больших творческих успехов в своем труде. Здесь в основном сидит коллектив, скажем так, который еще работает. Пожелать, чтобы вы только шли только вперед, как говорится, алга Казахстан. Открытие Дома культуры приурочили к предстоящему знаменательному празднику – Дню Республики. По случаю этого события почетных жителей села наградили грамотами акима области и района. Местные таланты, желая поднять настроение собравшимся, исполнили патриотические песни. Родина моя, свободы берег, родина моя, Казахстан. День Республики – праздник гражданского согласия и национального единства, общей ответственности за настоящее и будущее страны. Республика Казахстан – относительно молодое государство. За время нашего суверенитета государству удалось достигнуть поставленных целей на каждом этапе развития. Однако предстоит проделать еще много работы, и мы продолжаем шаг за шагом строить конкурентоспособную экономику. Узункольский район является одним из лидеров Кустанайской области в отрасли сельского хозяйства. На сегодняшний день по району обмолочено порядка 266 тысяч гектар или 92,8%, в том числе зерновые и зернобобовые культуры. Это 242 тысячи гектар или 100%. Масличные культуры 57,2 или 90%. И работа в этом направлении сейчас продолжается.
Теперь Дом культуры будет культурным центром села, а местные жители всегда смогут уделить время любимому делу или хобби, заняться спортом или просто принять участие в праздничном мероприятии. И главное – собраться вместе. Айжан Каламбаева, Бейбут Нурмуханов, Олег Сытник, телеканал «Костанай».